Здравствуйте. Добрый вечер. Вы подготовили резюме на собеседование? Ой, сейчас одну секунду, в комнате забыл. Да, конечно. Андрей? Что это? Добрый вечер. Ты кто? Я начальник отдела кадров. Пошел ты нахуй! Я работал в одной компании целых три года. Технологии это... Ты что тут делаешь? Я тебе сказал, сиди на кухне! Не на ведро, я сейчас усусь! Последние полгода я работал... Пи***ет, как дышит, работал он. Это что такое? Простите, пожалуйста, пожилая женщина. Это вы! Вот тебе крест, удушу тебя ночью. Знаете, это очень перспективно для меня. Конечно, это безусловно. Я тебе сколько раз просил, да сиди ты на своей сраной кухне! 17-е собеседование из-за тебя срываю! Ты у трусах сидишь, потому и срываешь! Да твое дело в чем сидеть! Возьмите его, он такой хороший.